Здравствуйте, я Алексей Язовский, риэлтор компании Spain Tour. Приглашаю вас в наш офис для любых консультаций и выбора объектов из актуальной базы недвижимости. 100 лет будет уже в обед, как я не снимал вам видео о квартирах. Ну что ж, давайте посмотрим в зоне Каролинас, а точнее Эль-Пла, квартирку. Опять я сказал квартирку. Опять у меня внутренняя агрессия. Поднялись без лифта. Это у нас по-русски второй этаж. Так, что мы видим на входе в квартиру? Дверь. Великолепная, фантастическая, чистая, красивая дверь. Безопасная. Сколько раз мне говорили, зачем ты двери снимаешь? Ну, вот, люблю я двери. Так, вход вот такой у нас коротенький, но достаточный для прохода. Здесь, наверное, уже вряд ли что-то. А здесь шкафы. Глубокие, хорошие, большие шкафы. Налево идет комната. Можно ее назвать залом. Стоит хозяйка. Не могу ее подвинуть. Так. Какие-то шкафчики, секретеры или еще что-то. Вот так развернусь, покажу. Здесь диван, картиночки и кондиционер есть. Отлично. Такая арочка отделяет. Ушла хозяйка. Две лампочки там. И у нас есть еще балкончик. Не успел я, когда заходил, снять его. Балкончик. Балкончик. С него выход есть на вторую комнату. И, други, посмотрите, наша великая Санта-Барбара, крепость, которой 3000 лет. Так говорят. Я не проверял. Опять зашли в эту же комнату. Это наш вход. И прямо из комнаты мы попадаем в санузел. Посмотрим. Санузел. Прямо направо у нас кухня с комнатой. Любопытное очень расположение. А налево та самая комната, у которой есть выход на балкончик. Так, что из себя представляет кухня? Ой, кухня, бог мой. Ванная комната. Ну, так вот, чистенько, опрятненько. Плиточка не новая, но опрятно. Нигде ничего не поломано. Посмотрели, значит, и понимаем, в этой квартире один санузел. Кухня. Кухня проходная. Как бы я тут все переделал, даже не знаю. Но, наверное, бы я вырубил где-то вот здесь вот какую-то стену, чтобы в зале, что ли, обедать. Видите, мы все разные. Испанцам этого не надо. Они все кушали раньше в ресторанах. Что у нас здесь в небольшой нише? Газовый котел, стиральная машинка. А там у нас патио, друзья. Ой, соседний дворик внизу. И наверх там пошло. Далее. Короче, вот интересная кухня. Вот просто любопытная. Далее здесь холодильник есть. Шкаф такой. И из этой же кухни маленькая комнатеночка. Комнатутушечка. Очень маленькая, 6 метров, наверное. О, я думал, выход куда-то есть. Шкаф стеклянный. В этой комнате можно делать много интересных вещей, потому что прямо с кровати у вас есть обзор зеркальный. Что вы будете делать, я не знаю. Какая у вас фантазия. Можете еще на потолок зеркало сделать. Идем дальше. Здесь есть окно, которое, опять же, туда же смотрит в то же патио, получается. Сейчас посмотрим последнюю комнату. Здесь мы проходили с вами, обозревали санузел и комнатка. Еще одна спальня. Получается, две спальни, две комнаты жилых и зальчик. Ну, здесь вот так вот все простенько. Квартирка простенькая. Без претензий, но место очень неплохое. Эта квартира будет спокойно совершенно сдаваться в аренду и на короткие сроки, потому что она очень близко от центра. 5 минут быстрым шагом, и вы в центре. Здесь недалеко совсем есть разные магазины и так далее.
Все, репортаж об этой квартире почти закончен. Квартира, которая находится в районе Эль-Пла, очень близко от моря, примерно 8 минут пешком. Также она находится близко от центра, примерно 4 минуты пешком, с частичными видами на Санта-Барбару, всего лишь второй этаж. Прекрасная квартира, вариант «въезжай и живи». Остается практически вся мебель, только свои личные вещи какие-то заберут собственники. И все, что здесь есть, все в совершенно рабочем состоянии. Так что звоните, обращайтесь, пишите. Пока всем, я Алексей Изовский. Пока, друзья. Пишите заявки. Чао.